Последний раз мы играли один на один с Олегом в том году. За это время я успел с 5 уровня Фейсита поднять себе 8 и конкретным образом прокачать свой скилл. Поэтому сегодня мы посмотрим на битву двух киберспортсменов. 3 месяца назад мы последний раз с тобой сражались. За это время я успел, ну конкретно много уже наиграть на фасике. Так скажем, подтянуть свой скилл. И я надеюсь, что сегодня он мне, ну, поможет. Очень даже хорошо, первая пулечка сразу. Нет, я вообще-то с револьвером вышел. Ну нахрена ты это купил? Ну потому что я мужчина, а ты нет, понимаешь, да? Я не боялся этого. Пойдем туда же, на диглах. На коронном оружии, если вот снимки. Так, я сразу хочу сказать, я болею, ребята, если я буду плохо стрелять, то это оправдание сразу. Конечно, как иначе, 100%. Давай, выходи, а не как пушка там сидит. Ну и что? Ну, я тебя жду. Где ты? Вот, я на Вангу, где мы в прошлый раз. Господи, ну вот, ну реально же как мужчины договаривались выйти. Ну что ж ты это, как... Ты это, ну мой градусник изо рта высунь, пожалуйста. Ну ты вообще, я, где тут искать тебя, а? Я не понимаю, как истроена эта карта. В этой дырке сидишь, там Нарнии или где? Где ты реально вообще? А где ты, я вообще не понимаю, где ты? Ты будешь выходить, нет? Я вообще пока не понимаю строение этой карты, если я честно, плюс-минус, очень странная. Слушай, я вот один раз пробежался, мы вон там вот на Вангу чутка пофайтились и... Значит, я револьвер беру. Ну, пока того. Я беру револьвер. Я делаю, ладно, вот так. Какой револьвер? Алло, один, у нас нет, ты делаешь жесткая битва. Так пахнет Диор. Я искал тебя вечность. Вот ну, идиот ты? Там дальше идет. Ты вообще не фанатка Егора Шипа, так что ну не надо тут позерством заниматься. Я в голову дал? Вот так вот, бам. И что за фигня? Чего ж такое-то? Пиздю! А, ты вообще далеко был! Я убежал. Там по звукам ты прям подо мной стоял. Не, у меня... Я дрика... Ладно, мне нравится, ты флешку кидаешь и сам же в нее. Вот это самое классное. Вы когда-нибудь видели сайт, где вам дают бесплатную прокрутку кейса? Мне кажется, что вряд ли, поэтому сегодня я буду тем самым человеком, который порекомендует вам сайт CS Case. Ведь, как я и сказал, здесь можно открыть кейс за 0 рублей, за 1 рубль и за 10. Также можно получить огромное количество бонусов в колесе, ну и 40% при пополнении баланса, если указываете мой промокод TOPGUN. Также совсем недавно стартовал боевой пропуск, где вы за простые задания получаете бесплатные кейсы. Ну и если вам не понравился дроп, который выпал из них, то спокойно залетайте в режим апгрейда либо контракта и достаете пушечку, которая вам нравится по ценнику и по цвету. Поэтому не забывай досматривать ролик до конца, залетай в описании, ведь там я оставлю ссылочку и промокод. Это что, ребят, я болею, я сосу сейчас, ну, сосульку сказал, вот эту что, вот. Да. Вот, пожалуйста, вот, на всякий случай. Но он сосиски вот эти вот сосет, чтобы как бы, ну, вы игре не сосать, да? Ну, да давай-ка, ты что, там не вонючка поможет, такая, да? А? Я вонючка, может ты? Может где я. Ты? Вот это что такое? Не, Артём, что ты какие-то подруги? Ну, чтобы вы просто понимали, мы играем с ним почти каждую ночь фасик, и он так не играет. Он вообще не играет. Он постоянно на ултабе держится, как бомж какой-то, это... я не знаю. Я не хотел до талого говорить, это говорит 11 АВГ сейчас. 14 АВГ, во-первых, раз. Какой 14-11 АВГ? Кому ты все равно, не, последние игры, ты реально, ну там реально как помощник играл. Ну там нас как, ну, просто, ну, фиков каких-то в рот топтали. Я понял, короче, не надо брать никакой этот калаш, надо выходить с диглом. Диго, с диглом, конечно, лучше получается. Только 2 попадания с калаша. Ладно, ладно, сейчас все будет. Смотри, что-то флешники дают. А где ты выйти вообще можешь? Я не понимаю. Там все просто закидывают, что только можно. Ну да. Нифига тут. А мне куда вообще идти? Я не понимаю, реально. Стой на месте. Ага, тут стою вот на месте. Вот. Стою на месте. Не, ну карта, скажу честно, очень интересно. Yes, sir. А где ты? Стою на месте, как ты и сказал. Прям на месте, на месте? Да. Да ты, ну ты звездюк! Ладно, я начал как-то сосать. Я реально стоял на месте сначала, а потом что-то все уже это. Устал стоять, ноги затекли. Ну да, хорошо, да, да, ладно. Фиговая пока битва получается. Я что-то вообще, ну, вставать позицию начал. Я не знаю. Вообще, я не натренирован вообще пока ничего, не чувствую пока. Я тоже. Вообще не чувствую. Я то тоже разминался по-любому сегодня 100%. Нет, клянусь, у меня запуск 6 минут. 6 минут у меня открыта КС-ка. И где ты? Какая тебе разница? Мне интересно, так видно? А что же смешного-то? Так, ты смешной. Дружочек, пирожочек. В. Ты пиздюк! Ты пиздюк!
я смотрю на мапу, я не вижу. Я не понимаю. Да ты сука, ладно, все. Поддавки окна, надо реально выигрывать сейчас. Что-то не вопон пошел, да? Это реально жопа какая-то, алло. Не надо меня позорить, пожалуйста. Да ладно, на самом деле мы примерно наравне играем. Не, ну сейчас ты лучше 25 на 2 я, нет. Вот я всегда говорил то, что ты лучше играешь. Знаешь почему? Потому что ты думать умеешь. Не, я баран, я прям обезьяна с гранатой. Не, ну вот, видишь, пожалуйста. Нет, ну это один раунд не показатель. Не-н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 е. А где Олимп? Я продал все, зачем мне зывцы? Да прикольно бегать, как дебил. Сейчас чихну! Будь здоров, но похоже было на какой-то фейковый этот. Чих, ну ладно. Будь здоров, расти большой. Раз флэш, два флэш. Я пока пользуюсь своим положением. Вот, вот это было очень красиво. Минус 7 дал, ну, каждый раз вот, ну, чуть-чуть не хватает просто, а. Ну, надо понять, как бы, ну, спустя вот это время, научился ли я лучше играть или нет. Нет, ты так же играешь, как обычно, ну, конечно. Ладно, вопросов нет. Ну, Артемка. Чисто логически я могу сделать вот так. Ну, так дела не делаются, мне одну простую вещь. Ну так, вот как ты делаешь, дела не делаются вообще. Так, если ты пытаешься мне заговорить уши, значит ты либо обходишь. Да. Либо что-то подобное творишь. А, туда нельзя. А ты куда пошел? Да тут третья дверь просто открылась, новая. Третье измерение, да? Да. Понятно, понятно. Это где ты сидишь, пиздюк? Ну, я жду, пока ты бомбу будешь ставить, чё. Воспользовался! Твоей уже! Я как знал, что ты так сделаешь, говнюк, блин, а зачем? Зачем это сделал? Надо было брать на ножик. Ну ладно, Зевс тоже хорошо, но все, ну не переживай. Все, ладно, не, все, 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 ты меня разозлил, реально, все, разозлился. Ты меня разозлил. И меня разозлил по полной, да, очень. Хорошо, ладно, лови флешку, значит, я знаю план жесткий. Бывают дни, когда у тебя летит, бывают дни, когда летит у меня. Ну чё, как там? Нормально, ладно. Ну, это повезло. Не больше. Ну да, повезло, я в целом не спорю, конечно. Тут, ну, тут нет, даже нет смысла вообще. Нет, по факту, мне кажется, тут за КТ можно просто в сайте сесть и все. Там один по факту выход. Я так и сделаю. Тебе слабо, ты не сможешь. Я так и сделаю, давай, я так и сделаю. Хорошо, давай, я делаю. Хорошо, вот а чё ж хорошего там? Ничего хорошего, вот именно. Ну, 81. Равный счет, а болт-то такой, а? Так, ну я за Т вообще первый раз сейчас играть буду, поэтому... Я ничего купить не могу. Я тоже. Как это так? А вот, купилось. О, да. Бред. Ну, это баги, мапы, спасибо интернету, Артем, так сказать. Так, что с моим интернетом? Так, ну я за Т, блин, кстати... Пойдем вон. Т-сайт-то типа красивее на самом деле, типа смотрится все, если честно. Ну, сверху начинает. А ломка-то где? Справа тоже? Ну, которая то, что мы стрелялись. Давай. Не, я понял, в чем прикол. Понял, да? Да, там, ну у тебя за коробкой одна башка торчит и все. Не, в чем прикол этой карты в том, что она находится под углом, она неровная. И за счет того, что у КТ, ну, сложнее, потому что тебе вверх надо стрелять, ввысь. Ну пойдем а на диван. Вниз. Давай, да, давай. Вот сейчас я, ну, прям покажу, что такое скилл. Да что ты говоришь такое? Смотри, лови. Да что ж ты, да вот не может вот быть раз. Такое, да нет. Ну только пушить не надо. О, хорошо! Я тебе 15 хп оставил! Ну же, да, блин, ну и что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ладно, делаем вот так. Блин, ну у тебя процент голов больше, на самом деле. У тебя 70, у меня 40. Вот там шот одинаковый. Друзья, yes, как sir. Тут? А, вот сюда вот идти yes, надо. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Разводим! 10 хп с дробовика вплотную, что? А как это возможно? Объясни, пожалуйста. Ну там, ну не плотная особо совсем. Но как это реально? Все равно объясни, как это реально? Здесь, да спокойно. Я ж рядом был. Я 23 давал с XM-а в голову 4 бред попаданиями. Вообще. Поэтому бред сейчас вообще. Какой-то, ну, очень странный момент в плане реги происходит в КС-ке. Прям очень странно. Very strange, my yes, friend. Yes, of course. Ты выходить на длину будешь, нет? Какую длину? Кому ты выходишь? Или я буду... Да какой ты пиздюк просто. Пяточку тебе-то ударил. Блин, ну что ты делаешь? Зачем так делаешь? Страшно же. Где ты? Я иду тебя обходить. Какой тайминг? Ну какой тайминг? Чтоб ты понимал? Я стоялся, смотрел тебя долго, до талого. Потом решил флешку откинуть. И ровно в моменте, когда решил флешку откинуть, ты выходишь. Ну это же бред полнейший. Я выхожу, тип буквы сидит, срет вот так вот. Ну если б не эта флешка, я б тебя убил, я б тебя убил. Что-то слишком плохие тайминги ты сегодня ловишь. Я вообще не говорю, ужасно, отвратительно. О, да уж. Нифига тут приколов. Конечно, ты что думал. А, блядь, а как? Где ты?
А я то там, то здесь, знаешь. Я вообще, ну, не нужно это понимать. Что ты ржешь, я понять не могу. Да не, ничего. Тебе смешно что-то или что, я не понимаю. Мне? Абсолютно нет. Да будешь девятки выходить или нет? Какой девятки? С какой девятки? В которой ты сидишь? Я не сижу там. Как не сидишь? Я же знаю, что сидишь. Где 9 находится вообще? Ну там, где ты мне... Сталь, блядь! Такой гандон, я прям с пульта за тобой шел. Гандушка! Что-то не пошло, да? Что-то не пошло, не поехало, да? Да, надо было присесть. Я не думал, что ты назад смотреть сейчас будешь. Ну, я прочекал все, я никого не увидел там и решил, что ты где-то сзади по-любому обходишь меня. Все, я понял, как я палюсь. Хорошо, без проблем. Как же ты палишься? Очень плохо. Ты же слышал, как я упал вниз и разбил ноги. Не-не-не. Вообще не слышал. Я глухой. Так я не факту. Слышу ничего. Конечно, ага. Ну что ты врешь мне? Ну что ты мне сказки рассказываешь? Да ты с дымом слился там. Да-да. Ладно, 10-8. Мне 3 раунда взять. И в принципе можно, ну, заканчивать все эти битвы. Нет. Как бы я докажу самому себе, что стал играть лучше. Понял? Ты как мишень. Ты как этот, как он называется? Манекен, который в тачки кладут. Крэш-доми. Вот кто ты. Знаешь, кто это? Ждем, лучше ты не играешь. Ты не стал. Ты так же играешь. Да-да-да-да. Ну типа... Хорошо. Минус 53. Минус 53. 52. Ты так же играешь, как обычно, я не знаю. Один. Кстати, у тебя почти красивый счет статтрека, но... А что мне, с чем мне играть? О, у меня денег нет. Дигл, дигл. Да дигл, я знаю, что дигл. Давай вон диглы, давай вон диглы. Не-не-не-не-не-не-не. Ну пойдем. Нет, играем как играли. Играем, ты боишься. Нет, я не боюсь, просто играем как играли. Просто играем как играли. Говорю, просто, говорю тебе еще раз, просто играем как играли, и все. Блять. Ты чё? Там головушку видно-то. Так у тебя торчал сантиметр. Сантиметр маленький, миллиметр. Я увидел его, хотел наводиться на него сейчас. Я думал, ты просто дальше пойдешь и на прицел выйдешь, а ты не пошел. Я опять, я каждый раунд минус 50, минус 40, минус 50. Не, ну ты молодец, ты хотя бы попадаешь. Ну вот решил издеваться над больным человеком. Он решил проверить свой скилл именно в тот момент, когда я заболел. Понимаете, ребята, как работает? Это случайность. Да, конечно, случайность. Так реально. Да-да-да. Случайности не случайно, знаешь такую? Как бы поговорочку. Нет. Случайности не случайности. Как нет? Фигню уже несешь. Случайности не случайности, еще раз говорю. Бля, ты пытаешься заговорить меня. Не, сука, не, ты не. Либо обходишь сейчас меня опять. Не. Да что ж, нет, да что ж, нет. Вообще ни в коем случае. Дружочек, блядь, пирожочек. Где ты? Дружочек, пирожочек, что-то делать будешь, нет? Так а тебе надо что-то делать. Мне не надо. Надо. Блять, я вообще не понимаю, где ты можешь быть. Блять, он просто всю мапу, мне кажется, уже 4 раза обошел на шифте, чтобы не спалиться. Нет. Олег, у тебя 40 секунд. Да я понимаю. У меня все по кайфу вообще, у меня все под контролем. За меня можешь вообще не париться, не переживать. Тебе пачку поставить надо. Да ты не понимаешь, ты пытаешься заговорить меня и обойти. Я тебя знаю. Я не понимаю, откуда ты можешь выйти даже. Как ты не умер? Я тебе в голову должен. А может не дефузить вот так вот? Input lag. Просто побаловаться. Input lag, input lag. Утюг включи и не будет тебе input lag. Input lag, input lag. Это input lag 100%.